Ульяновской области предложено войти в число опорных субъектов по развитию шахматного образования. Соглашение об этом было подписано между правительством региона, Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным фондом новых форм развития и образования и шахматным клубом «Профческлаб». Есть очень простое исследование, которое проводила ФИДЕ, что в 82 странах, в которых шахматы значили школы обязательные, все образовательные программы имеют результаты выше, чем все страны, где шахматы не играют. Стороны в режиме телемоста пообщались с воспитанниками детского технопарка «Кванториум». Именно на его площадке в первую очередь откроется так называемая шахматная гостиная. Следом за подписанием на экспертной сессии обсудили итоги выполнения программы развития моногородов. В нашем регионе статус моногорода носят Димитровград, Новоульяновск, Инза и поселок Силикатный. По словам губернатора Сергея Морозова, заниматься сплошь улучшением экономической ситуации в моногородах не выход. Но, коллеги, давайте задумаемся о молодежи. Когда, если мы сейчас начнем ей заниматься, если мы не дадим ей возможность не уезжать из моногородов и не решать моногорода своего будущего, если мы не научимся предоставлять ей возможность для самореализации, потому что простые дома культуры, которые сегодня у нас есть в моногородах, они не идут. В Димитровграде уже создаются креативные пространства, куда привлекают молодых людей. К концу года в городе планируется начать реализацию еще 7 новых проектов. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».